Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня буду снимать для вас влог. Сегодня будем с вами собирать чемодан. Я уезжаю в отпуск в середине сентября, поэтому давайте покажу, что из уходовой косметики я буду брать с собой. Я уже все приготовила, поэтому сейчас достанем чемодан и будем все смотреть. Чемодан. Сам чемодан у меня вот такой вот. Имеет он колесики. Не обращайте внимания на внешний вид чемодана, потому что он у меня уже такой ветеран, путешественник. Я его покупала где-то, наверное, в 2003 или 2004 году. Он уже летал очень-очень-очень много раз со мной, не подводил меня никогда, поэтому я его очень люблю. Выглядит он вот так вот. Здесь имеется вот такой боковой карман. Туда я положу журналы. Вот, также есть еще небольшой здесь. И вот еще вот у нас помощник из чемодана у меня вылез. Вот. Вот так он открывается. Здесь есть ремни. Можно пристегнуть одежду какую-то. Вот. И есть вот такой вот еще в крышке. Тоже карман на молнии. Тоже очень удобный. Также есть маленький вот такой вот. Мелочи всякие удобно хранить. Всякие аксессуары, заколки и все такое. Вот. Также еще у меня имеется вот такая вот сумка для ноутбука. Но ноутбук я с собой брать не буду в этот раз, поэтому возьму туда тоже. В общем, положу планшет и все-все-все, и возьму ее с собой как ручную кладь. Но об этом уже будет другой обзор. Вот. Я уже приготовила те средства косметические, которые я буду вам показывать. И буду показывать, буду складывать вот в чемодан непосредственно. Вот такую вот огромную сумку я уже всего приготовила. Поэтому сейчас буду все это разгружать в чемодан и вам показывать. Первое, что, конечно же, я с собой возьму, это будут вот такие вот ватные диски, 50 штук. Они вот такие большие, овальной формы. Вы знаете, что я люблю именно такие, поэтому без ватных дисков никуда. Следующее. Детские салфетки влажные тоже обязательно. У меня вот такие вот от Smile, 100 штук. Отличные, супер влажные, гипоаллергенные салфетки. Тоже обязательно возьму. Также возьму обязательно солнцезащитное средство. У меня одно вот такое вот от L'Oréal. Купила я его недавно в подружке. Здесь защитный фактор 50. Я вам говорила, что мне загорать нельзя, поэтому мне нужна сильная защита от солнца. Поэтому купила такой. Также у меня еще есть одно средство, которое я заказывала с сайта iHerb, но до него дойду попозже, покажу. Вот, также есть у меня вот такие вот замечательные наборчики дорожные. Вот этот набор у меня от Rive Gauche. Вот такая замечательная маленькая косметичка, очень миленькая. И вот такие пустые емкости. И в эти емкости непосредственно я буду переливать содержимое тех бутылочек, которые я вам дальше покажу. Вот, также у меня есть вот еще один такой наборчик из Fix Price. Даже не один, а два наборчика. Просто второй вот такой. Один с помпой, а второй без. Вот, в общем, все это буду переливать. Так, обязательно беру с собой жидкость для интимной гигиены от Faberlic, вот такую вот Brise d'Amour. Как раз ее вот в эту вот и перелью, в бутылочку поменьше. Далее, салфетки для интимной гигиены, вот такие маленькие, тоже со мной отправятся. Их я смогу положить в свою дамскую сумочку, которую я буду там непосредственно использовать уже на курорте.
Обязательно перелью немножко вот такого вот геля «Лошадиная сила». Тонизирующий гель для ног с конским каштаном и экстрактом пиявки. Очень хорошо успокаивает уставшие ноги, снимает мышечное напряжение, боль. Поскольку я собираюсь много гулять, ходить, вот, плавать, поэтому все-таки мышцы не привыкли у меня к таким нагрузкам, поэтому обязательно возьму, потому что я думаю, что буду жалеть, если не возьму. В качестве снятия макияжа средства буду брать вот такой вот активный гель для демакияжа из серии Эксперт от Faberlic. Тоже перелью, конечно же. Вот. От Сингара возьму обязательно вот такое средство личной гигиены, незримая вуаль, гель-спрей для женского тела с бактериофагами и пребиотиками. Его я буду наносить на плавки, на обратную сторону плавок, потому что когда вы ходите в общественные места, такие как бассейны, ну все-таки это пляж, да, в общем, лишним не будет. Возьму, тоже с удовольствием буду пользоваться. Так, в качестве ухода для волос. Поскольку я говорила, едем мы с мамой, поэтому то, что я вам сейчас показываю, я беру на двоих, поскольку у нас все-таки две женщины. Поэтому, в общем, вот такая вот парочка для волос, кондиционер-сыворотка, бальзам и шампунь для глубокого восстановления с маслом амлы. Я думаю, что отличный уход, и ей, и мне подойдет. Вот, также я такую же сыворотку для волос беру, но до нее... вот я ее нашла. Вот эта сыворотка. Тоже буду наносить ее на влажные, чуть подсушенные волосы, и она мне будет давать как бы как и защиту от солнца небольшую. В общем, будет беречь волосы тоже. В качестве геля для душа выбрали мы вот такой вот кремовый гель для душа «Калифорнийский миндаль» из серии Jardin du Monde от марки Yves Rocher. Очень классный гель, благородный у него такой аромат, очень такой приятный, уютный. В общем, возьмем его. И еще возьму себе вот такую миниатюрку «Цитрон и базилик», тоже от Yves Rocher. Он малюська, 50 мл здесь. Вот. Также от Faberlic возьму обязательно вот такую маску для ног из серии Этнобатаника и буду ее использовать каждый вечер на ножке вместо крема. Супер, потому что я все-таки, как я вам уже сказала, планирую много гулять, много ходить, поэтому не хочу приехать с копытами вместо ног оттуда. Вот, беру три вот такие упаковки антибактериальных влажных салфеток «Астронавтик». Вот, тоже положу и в сумочку, и может быть что-то там протереть, когда, что, где. В общем, тоже пригодятся. Салфетки нужны всегда. В качестве ухода дневного для лица беру вот такой вот спрей DD крем от Гардерика. Здесь есть солнцезащитный фактор 30, поэтому он не будет как нельзя кстати. Тоник. Тоник беру свой любимый обязательно, это фитокислород, фитолосьон, вот такой вот замечательный, я его обожаю, сейчас его уже в продаже нет, но у меня есть запасы, поэтому тоже перелью, конечно же, и возьму. В качестве вечернего ухода берем с мамой, и она, и я, в общем, вот такой вот тюбик на двоих, 50 мл. Это мой любимый, ее любимый гель для лица, увлажняющий с гиалуроновой кислотой и бактериофагами. Вот, а в качестве дневного ухода мама у меня берет для себя Реноваж крем. Вот, так что, в общем, для лица вот такой уход. Также я нашла у себя в запасах вот такую вот систему, программу 7-дневную для комбинированной и жирной кожи от марки Yves Rocher. Здесь малютки, здесь маленькая мицеллярная вода 50 мл, малюсенький 5 мл крем для уменьшения пор и еще гель-крем для жирной кожи. В общем, вот такой вот успокаивающий. Вот тоже все это дело возьму. Мицеллярная вода, как нельзя кстати, вот такая маленькая, 50 мл.
Вот такой малюсенький кремик, который я смогу наносить на зоны с расширенными порами. Ну и вот такой вот гель еще тоже. Ну, в общем, 15 мл здесь. Конечно, коробочку брать не буду, все это переложу. Вот, у меня есть вот такая косметичка очень удобная. Видите, она здесь такая, как клеенчатая, а здесь вот такая. И можно вот туда все это сложить. Я уже новые резиночки купила себе, вот такие яркие пружинки силиконовые. Далее, на всякий случай беру вот такой вот гель для умывания от Himalaya Herbals. Я уже говорила вам неоднократно, что он прекрасно воспаление снимает, когда если какие. В общем, тоже, поскольку все-таки жарко будет, хоть это и середина сентября, но... Думаю, что будет, наверное, все-таки не меньше 30 градусов, и мои поры, моя кожа будет выделять еще больше кожного сала. Поэтому нужно будет хорошо и матировать, и очищать. Вот, на всякий случай еще возьму вот такие пробнички шампуня и бальзама для окрашенных волос. Но это для мамы. Обязательно, без чего я не могу... никуда не ехать, не существовать, ничего. Это моя любимая термальная вода, спрей. Вот такая вот от французской марки Soin-Dieu из источников Dermafil. Вот, вот такой здесь распылитель. Очень мелкую дает пыль. Классная вода. В общем, обязательно ее возьму. Также в качестве ухода для ног беру вот такую вот пилочку от Oriflame. Долго сомневалась, брать ли пемзу от Faberlic, мою любимую, которую на сухую нужно пяточки скрабировать. В общем, решила все-таки взять вот такую. Я ее очень люблю. Здесь есть и побольше вот такие частички, погрубее и понежнее. В общем, если пользоваться этой пилкой каждый день, вот после прогулки пришли, приняли душ и попользовались. И потом вот эту масочку для ног, в принципе, с моими ногами должно... все быть хорошо. Вот, ноги должны нормально у меня сохраниться. Вот, обязательно берем вот такой вот гель восстанавливающий с аргинином от Сингара. Это универсальный гель. Он устраняет последствия ушибов, ссадин, укусов, ускоряет процесс реабилитации, препятствует образованию отеков, улучшает микроциркуляцию, ускоряет процесс регенерации тканей, а также снимает напряжение и боль в мышцах и тканях. Поэтому вот такой вот тоже в качестве такого вспомогательного средства обязательно возьмем. Не дай бог мозоли какие-то, еще что-то. В общем, пригодится. Также... вот такой беру спрей для тела парфюмированный. Это на день, днем буду пользоваться. У меня он в чем-то испачкан, я не знаю, что это такое. Надо мыть идти. 100 мл, в общем, он у меня не полный. Цитрон и базилик, очень его люблю для лета, для вот придания свежести, самый раз. Не принесла парфюм, но в качестве парфюма я буду брать, скорее всего, от Yves Rocher парфюм мой любимый этого сезона. Это зеленый чай. Я думаю, что... В общем, пока ничего не придумала. Склоняюсь либо брать его, либо Fleur от Avon. Тоже сочный такой фруктовый аромат. Не знаю, но, скорее всего, я поеду все-таки, наверное, возьму зеленый чай. Также сделала на днях заказ вот от Avon и заказала вот такие вот пробнички парфюмерной воды лак. Это обычный лак, не лови. Вот, возьму еще вот эти вот пробнички тоже с собой, малюсенькие. Это, если что, на вечер у меня будет водичка. Вот, также возьму масочки вот такие вот из серии Этнобатаника от Faberlic. Они гелевые, их можно отлично положить в холодильник и потом, допустим, после пляжа, после жары прийти в номер и расслабиться. Это маска увлажнения и тонус. Вот, также вот такие маски, я думаю, что неплохо в качестве комплимента могут подойти, допустим, для горничной. Вот, я тоже стараюсь, когда отдыхаю, не что-то банальное, там, деньги горничной, допустим, да, ну, хотя это тоже приветствуется, конечно, а какой-то русский сувенир. Вот такой, например, косметический подарок, либо нашу какую-то маленькую шоколадочку. В общем, люди тоже радуются, в принципе, и им приятно. Вот, так, дальше.
беру два вот таких вот мыльца. Мыльца у меня вот эти остались от отдыха еще в Греции, лежали. В общем, вот такие они малюсенькие. Это для стирки, в общем, беру для стирки. Я думаю, что, конечно, в отеле будет мыло, но на всякий случай тоже оно не тяжелое, маленькое. Возьму, в общем, белье даже постирать что-то, если по-быстрому пригодится. Дезодорант, антиперспирант. Вот такой вот у меня будет кремовый от Garnier Neo. Невидимый сухой крем без запаха. Беру его, отлично держит пот. Мне вот он нравится больше всех из того, что я когда-либо пробовала. Зубную пасту берем вот такую вот. Я специально оставила вот половинку пасты. В общем, эту половинку пасты, 50, здесь 100 мл, в итоге у нас 50 мл на двоих. Мы берем от Oriflame отбеливающую, очень ее люблю, как раз нам хватит. Для бритья беру вот такой вот, что-то у меня течет там, в общем, в итоге, не могу понять, что. Для бритья берем вот такой гель с маслом пенника лугового от Avon из серии Skin So Soft. Очень его люблю. Классный гель. Также обязательно возьму вот такую вот спрей-сыворотку антивозрастную с аргинином от Сингара Fresh. Вот тоже я не могу без нее обходиться. Я ее на шею наношу. Очень ее люблю. Классная сыворотка. Дальше возьму вот такой вот крем для рук обязательно. Это бананы кокос от марки Формона. Это, по-моему, польская марка, если я не ошибаюсь. Очень хороший кремик, и он маленький, 30 мл. Замечательный просто. Вот, также в качестве увлажнения для тела буду использовать вот такое вот молочко. Оно парфюмерное, очень нежный аромат имеет. Любовное цветение, цветок сакуры и японская слива. Нежный, приятный цветочный аромат от Faberlic. В общем, здесь 100 мл. В общем, мне хватит за глаза и за уши. Также в качестве ухода для ног возьму вот такой спрей. Охлаждающий лосьон спрей для ног, ананасовый сорбет, 100 мл. Его. Вот. Также беру вот такую вот пудру для тела, ванильное облако от Lush, 50 грамм здесь, обалденная вообще пудра, очень классно она пахнет ванилью, там даже в бутылочке стручок натуральной ванили находится. В общем, ну она такая тоже как бы в качестве ухода, сияющая пудра, которая будет скользить по вашей коже словно шелк, надолго оставляя на ней насыщенный ванильный аромат. В общем, тоже классная. В общем, можно ей везде себе все присыпать. Вот. Также, конечно же, беру станок. Для станка вот такие вот кассеты Venus Embrace. Я покупаю именно их, которые с 5 лезвиями. Они мне нравятся больше всего. Их беру. Потом есть у меня вот такой вот наборчик из Fix Price. Мыльницу брать не буду, возьму вот этот футлярчик для зубной щетки. Вот мама моя берет себе вот такой вот уход солнцезащитный от Avon Sun. 50 фактор здесь, и здесь есть тоже защита UVA и от UVB лучей, и также PA 3 плюса, высокая степень защиты. Здесь 150 мл. В общем, мама берет такие. Так, дальше. Вот есть у меня вот такая вот коробочка. Тоже я привезла из Греции, из отеля, из Deluxe отеля, с Крита. Там от марки, от греческой марки Кореса. Это дорогая марка. Вот там в номерах, в общем, в туалетных комнатах, в таких коробочках вам каждый день кладут мыло и различные принадлежности. В общем, я вот так вот туда положила ватные палочки, которые я возьму. Они мне будут нужны, чтобы подправлять макияж обязательно. Я уже привыкла пользоваться именно вот такими, поэтому тоже, в общем, вот в таком виде возьму этот футлярчик. Он легкий, абсолютно невесомый. Поэтому тоже
не будет лишним, а очень-очень именно полезно. Вот, и в качестве ухода для глаз, может быть, возьму вот такой вот крем, у меня новый от Ifroche. В общем, вот такой вот крем. И осталось последнее, что вам показать, сейчас принесу, это последний солнцезащитный крем. Этот крем я приобрела на сайте, на американском сайте iHerb.com. Это органический крем для защиты от солнца. Это детский. Называется он Baby Ganix, потому что он минеральный. И содержит тоже фильтры UVA плюс UVB. И также он водостойкий. 80 минут у него, в общем, защита в воде даже, гипоаллергенный. Единственное, что вот у этого крема, у него плотная текстура, я такие люблю не очень, поэтому буду использовать его, в общем, на ноги, допустим, да, на нижнюю часть туловища, а для того, что ближе к лицу, руки и все такое, буду использовать вот этот от L'Oréal, потому что у него консистенция молочка, он спрей, расход у него будет поменьше, он в виде молочка, и он имеет приятную одушку. Вот принесла показать вам зеленый чай, это Ifroche, вот парфюмчик, приготовлю сразу, в общем, возьму, это 100 мл, у меня полная версия, и в ней уже половинки нету, флакон, конечно, тяжелый, но, к сожалению, больше ничего пока для себя такого подходящего по настроению не подобрала. Вот, и сейчас покажу вам, как я уже все сложила. Вот, взяла вот такую косметичку с зиплоком от Himalaya Herbals, которую в фикс-прайсе покупала. Сложила туда миниатюрки от Ifroche, Сингару. И вот от Himalaya тоже вот такой вот гель маленький. Все это вот так вот компактно у меня получилось. И вот в эту косметичку вот так вот все замечательно у меня будет складываться. Дальше. Из дорожного наборчика из Fix Price сложила вот эти три средства. Сыворотка для волос, сингара и любовное цветение, молочко для тела. Также могу вот так вот сюда замечательно поставить, тоже ничего не протечет. И смотрите, как я в дорожной бутылочке очень красиво все вот так оформила. Здесь гель демакияж, здесь лошадиная сила для ног, тоник фитокислород. И возьму пустую бутылочку спрей. Можно будет брать с собой водичку на пляж, там освежиться. Тоже вот такая вот сумочка. И также перелила вот гель для интимной гигиены Бриздамор вот в такую вот с помпой-дозатором. Ну и тоже в отдельный пакетик запакую и все поставлю. Будет у меня вот такая вот косметичка. Очень удобно, закрою, ничего там не протечет. И еще не показала вам. Показывала вам в своем обзоре покупок от Avon, вот такой вот сейф для пляжа, помните, туда можно ценные вещи складывать, в общем, такой вот аксессуар забавный, все-таки поедет тоже со мной в отпуск. Вот такие вот у меня вещи, уход весь наш. Это все продукты, которыми я пользуюсь и в обычной жизни, поэтому, уезжая из дома, естественно, я тоже не могу без этих продуктов обходиться. Вот, и, в общем, в итоге все эти вещи, конечно, мы переложим большую часть в мамин чемодан, мамин намного больше, чем мой. Вот, поэтому, в общем, все это используем, и пустые баночки, естественно, я домой не повезу, и оставлю все это там. Вот, в общем, вот такой получился у меня обзор. А ручную кладь сниму отдельно, конечно же, и косметичку тоже сниму отдельно. Вот, спасибо большое, что посмотрели мой обзор. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!